Так начинали строить автозавод в 1941 году. Он был собран из доставленных в город частей Московского завода имени Сталина. Вот так проводили летние каникулы и встретили новый статус родного города ученики 33-й гимназии. Совместными усилиями учеников и педагогов родился проект. Фильм и презентация, посвященные подвигу тылового Ульяновска в годы Великой Отечественной. Мы сняли с музейщиками, потому что музей работает с большой группой ребят. Да? И вот мы, соответственно, сняли видеоролик, который так называется «Ульяновск. Город трудовой доблести». Посвящен он как общим вопросам, то есть вопросом, почему Ульяновск так назван, откуда взялась эта идея, когда она получила свое воплощение. И главное, что вот мы находимся рядом с заводом, с историей. Общую информацию искали в архивах. За частностями обратились к ветеранам. Около 30 интервью ветеранов автозавода, тех, с кого началась история предприятия и новый виток в судьбе родного города. Подготовкой занималось 20 учеников. Роли распределили, кто собирал материал, кто упорядочивал, кто монтировал. Мне очень понравилось участвовать в этом проекте, так как он позволял узнать что-то новое, во-первых. Пока я озвучивала, я в интернете дополнительно проверяла какую-то информацию. Это было очень интересно и познавательно лично для меня. Часть большой войны, фрагмент мировой истории, лоскут полотна истории города, истории тылового подвига народа-победителя. В день окончания Второй мировой говорят о вкладе наших земляков в победу над вражеской силой. Освобождение целого мира от гнета, боли и смерти. Война и Ульяновск. Зачем мы связываем? Ну, уже Вик, в принципе, сказал. Коль. Ну, Ульяновск – это город трудовой доблести. То есть? То есть он, получается, сделал много для победы Великой Отечественной войны. Следовательно, что в Ульяновске появились? Заводы. Война осталась позади, перенеся достижения тыловых героев мирному времени. Забывать недопустимо. Руками новых поколений история доблести народа продолжает жить. Вера Мещерякова, Юрий Давыдов, репортер 73.